Вот, смотрите, здесь 30 лет не было ремонта. Заброшенный клуб был. И вот что сейчас. Смотрите. Этого дня солистки группы «Хазына» ждали несколько лет. Все это время женщины были вынуждены репетировать дома, а выступать там, куда позовут. В отремонтированном клубе даже песни о любви, семье и родине звучат по-особенному. Раньше здесь было все заброшено, а теперь новый клуб. Мы готовимся к концерту, репетируем. Все условия созданы. Мы рады, что нас услышали. В этом доме все еще не могут поверить в то, что вопрос с питьевой водой решился. Годами люди в основном использовали привозную воду, зачастую сомнительного качества. Никаких проблем сейчас нет, все нормально. Воду нам дали, дорогу сделали. У нас очень много было проблем, сейчас постепенно все решается. Обещают решить вопрос с поливной водой. Главное, что сделали дороги и тротуар, пустили автобусы. А это соседний массив Отимис. Люди жаловались на отсутствие освещения, асфальта и питьевой воды. В этом году дехкане дождались завершения строительства нового канала. Нам дали поливную воду, дороги сделали, но есть еще небольшие проблемы. Обещают все решить. Аким Каратауского района уверяет, что дел еще много. Расслабляться некогда. Одна из поставленных задач – усилить меры по развитию окраин Шымкента. Шудин Саидов, Ерлан Бексаидов, Нургельде Садуакас. Информационная служба телекомпании ОТР.